Я изучал разные магистратуры и нашел очень интересную магистратуру именно в Нижнем. В Нижнем очень сильная математическая школа. Так как я закончил прикладную математику, мне было интересно поступать именно сюда, на фундаментальную математику, потому что самые интересные достижения в науке математической, они делаются именно на стыке прикладной и фундаментальной математики. Основным исследовательским направлением образовательной программы математика являются динамические системы, которые являются для нижегородских математиков визитной карточкой со времен основания школы нелинейных колебаний академика Александра Александровича Андронова. Выпускники программы магистратуры математика подготовлены как к продолжению обучения в аспирантуре в ведущих российских и зарубежных вузах и научной деятельности, так и к работе в сферах IT, бизнес-аналитики, страхования, везде, где нужен хороший математический анализ и стратегия. Поступление на программу осуществляется на конкурсной основе по результатам собеседования, которое может проводиться онлайн, и выявляет знания по базовым математическим понятиям и английскому языку, а также по оценке портфолио. Для меня, как прикладного математика, я не знал много из того, что учу здесь, и это очень интересно, позволяет расширить кругозор и заниматься действительно классными, интересными вещами в будущем, быть востребованным специалистом. Президент компании «Суперджоп» Захаров Алексей Николаевич в своем интервью, посвященном цифровой экономике, говорит о том, что в ближайшее время рынок труда кардинально изменится. Многие профессии окажутся невостребованы. Произойдет настоящая цифровая революция. И математика будет нужна везде. In recent years, the importance of mathematics has only increased. Information technology, operating with big data, all this is connected with mathematics. All modern science, physics and chemistry, biology and economics, linguistics and sociology not only use mathematics, but are also constructed based on the laws of mathematics. Язык обучения английский. Есть бюджетные места для российских студентов, абитуриентов, и для абитуриентов из стран СНГ, а также коммерческие места для иностранных студентов. I am a student from Chile, and I came all the way here because of the great quality of the teachers and the university. In addition to this, the selection process was very straightforward, having an interview and results of it within a month, or a bit more, but still was very little time. During the time I've been here living in Nizhny Novgorod, it has been a very pleasant time. The city is very nice, and despite of being big, it's still comfortable to live in. It is very historical, and it respects and maintains its identity. За время обучения, за 2 года, вы можете получить 2 диплома. Один диплом европейского образца по программе математика в Национальном исследовательском университете Высшей школы экономики, и второй диплом – вычислительная математика в немецком университете города Пассау с очным обучением в Германии в течение 1 года. Образование в Германии дополняет образование в Нижнем. В Германии мы учимся прикладной математике, в Нижнем мы учимся фундаментальной. Именно на стыке этих двух наук получаются самые интересные и классные достижения. Именно поэтому я заинтересовался этой программой. Above all of this, during the time I've been in the program, the teachers have been excellent professionals and researchers. And they are very set up with the fact that you learn, and that you understand, and they help you to be better. Наша программа предоставляет большой спектр посещения различных конференций, семинаров по всему миру. И также мы постоянно приглашаем каких-то ученых посетить наш университет и прочитать свои интересные курсы и лекции. Настраивайтесь на то, что магистратура — это такой вот полшажка уже до аспирантуры. В магистратуре от студента ожидается, что он будет не только учиться, но и создавать новые знания, заниматься научной работой. Обучение на английском языке позволяет выпускникам работать на мировом рынке в дальнейшем. Graduates of a master's program in mathematics will undoubtedly be in demand not only in science, but also in high-tech industries to solve various problems using mathematical modeling of processes and objects and software. Мне очень нравится возможность дальнейшего продолжения обучения и продолжения работы на кафедре как научного сотрудника и преподавателя. Мне кажется, это самая лучшая работа, которую только можно представить.